Рождественские чтения в Московской области и Московской епархии всегда стартуют в декабре и всегда посвящены какому-то особому событию. Следующий год – год столетия известных революционных событий в России, потому церковь, школьники, педагоги и все наше общество с пристальным вниманием изучают и пытаются осмыслить итоги века. От того, что понесем мы подрастающему поколению, от этого зависит будущее России. За годы сотрудничества церкви и школы накоплен серьезный опыт и есть что показать. Так учащиеся лингвистической гимназии проделали колоссальный труд по выявлению новомучеников Одинцовских. Усилия получили и свое печатное воплощение. Мы начали с того, что мы поставили перед собой цель. Узнать о подвиге наших земляков. Кажется, многое известно о жизни и мученической кончине наших земляков-священников. Однако учителю английского языка из Васильевской средней школы Сергею Сибиреву удалось обнаружить неизвестные факты обо многих из них. В частности, я был убитым на Соловках настоятеля Гребневского храма Николая Ворончеве, что позволяет надеяться на его дальнейшее причисление к сомну святых. За время своей работы в этом году я дополнил сведения о 15 репрессированных, 8 из которых были священниками, 9 из 15 были расстреляны. Знакомство учащихся школы поселка Горки 10 с житием и деяниями преподобного ученицы Елисаветы помогло им осмыслить и приблизиться к сути благотворительности. Ребята под руководством учителя русского языка и литературы Елены Сухих посвятили себя помощи детям, оказавшимся в непростой жизненной ситуации. Активность участников, градус дискуссий и выход за рамки регламента отразили актуальность темы, затронутой в практической части форума. Мастер-класс учителя истории Одинцовской гимназии номер 11 Елены Бессара поднял проблему преподавания знаний о новомучениках в контексте возрастной психологии. Как учитель выходит из этой ситуации? Дает дополнительные задания. Я очень долго думала, могу ли я в 8 классе, вот минуточку задумайтесь, показать фильм «Русский крест». Как всегда, открытие рождественских чтений – это встреча с видным современным богословом. На сей раз Одинцова вновь посетил кандидат богословия завкафедрой церковной истории Московской духовной академии Алексей Святозарский. Собравшиеся со вниманием выслушали его доклад на тему 1917-2017 «Уроки истории». Для нас очень важен взгляд тех свидетелей, которые принадлежали к церкви. Это иерархи, миряне, монашествующие. Актуальность данного форума давно не обсуждается. Достаточно поинтересоваться теми мероприятиями, кои пройдут в ближайшее время во всех школах района, и степенью погружения в тему детей, чтобы понять, насколько важно осмысление российской истории, неотделимой от жизни русской православной церкви. Ольга Винтер, Одинцовское благочиние, телекомпания «Одинцова».